Представители молодой гвардии сделали доброе дело. Сдали почти 8 литров крови для военнослужащих. Сбор прошел не только в Люберцах, а во всей Московской области. Тему продолжит наш корреспондент. Участие в акции приняли молодогвардейцы Дзержинского, Котельников, Бронницы и Люберец. На станцию переливания пришли 15 человек. Каждый из них пожертвовал 470 миллилитров крови. К нам обратились, сказали, что есть нехватка крови сейчас донорской для наших российских военных. И мы решили эту идею поддержать. Ребята очень активно подключились, потому что они понимают, что есть острая необходимость в этом. Стать донором можно только с 18 лет. Поэтому среди откликнувшихся мама одного из молодогвардейцев. Ее сыну 17, но из-за этого оставаться в стороне семья не захотела. Пока сдавать кровь пошла мама. Впервые. Я очень благодарна своему сыну, что пока он не может, я сейчас могу прийти за него и тоже выполнить свой гражданский долг. Но в числе желающих сдать кровь для российских военных оказались и уже опытные доноры. Иван Пчелинцев на Люберецкой станции переливания в 9-й раз. Начал с 18 лет и останавливаться не планирует. Хорошее дело, то есть на нашем военнослужащем кровь наша пойдет. Это, несомненно, нужно. Они выполняют свой долг, а мы должны выполнить, скажем так, свой гражданский долг и помочь им. Принимают любую группу крови. Особенно ждут доноров с редкой четвертой и любой другой группы с отрицательным резус-фактором. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.